Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Сегодня мне пришла такая вот посылочка с AliExpress. И пришла защита для моего нового телефона. Кто смотрел ранее видео, я показывал, что специально, чтобы снимать видео на природе, рыбалку, походы за грибами, я приобрел новый телефон с хорошей встроенной двойной камерой. И, конечно же, если я его рассчитываю тягать на природе, его надо как-то защитить. Я снимаю и на экшн-камеру, снимаю и на цифровой фотоаппарат. Но многие знают, что телефон иногда под рукой держать удобней, чем разного вида камеры. И заказал вот такой вот противоударный, хороший, прорезиненный чехол. И, конечно же, защитное стеклышко. Почему я заказывал это из Китая? Да, тут все просто. В магазинах это все в 3, а то и в 4 раза стоит дороже, чем заказать из Китая. Вот такой вот чехольчик. Здесь пластик, подставочка, чтобы удобно было смотреть телефон, например, видео на телефоне своих друзей, своих подписчиков. Многих видео я просматриваю. Поставил в машину или дома, или где-нибудь удобно. И такая вот прорезиненная часть, которая не боится ударов. У меня и старый телефон был в таком чехле, и за 3 года с ним ничего не случилось. Вытаскиваешь с чехла, телефон как новый. И вот такое вот защитное стеклышко. Отпечатки пальцев самого китайца, который запаковывал данное стеклышко в посылку. Вот такое стекло. В Китае можете выбрать на любую модель телефона, найти вот такие чехлы, защитные стекла, без проблем. Все находится в течение 1-2 минут по запросу марки телефона. Кому интересно, я оставлю ссылочки данного магазина в описании под видео. Заходите, смотрите, выбирайте, может, найдете что-то интересное и хорошее под свои гаджеты. На этом буду заканчивать. Всех вам благ. До новых встреч. Оставайтесь на канале. До свидания, друзья.